само od vas, David, celi periodi, znali ste sad, da ste kako ste da duše mati od vas. Ovdje, s nekrat, počne ovo vam i tam naši, Evropa zem, gdje si kama še mi zli, a ovo ti mislim, co od nas mogu din šivat, mogu li jas pari, da ne mislim, jer kartu li gumbi, da ne odam mi na tarnate, boli su ovo kartu, smo nas pari zes, Evropa zem, Европа исполнила все. Значит, я хочу обгнуться. Вот эти гауеры, мы с вами тогда были периоды Давидска, Тилиши, Гауэр, перед словом и еще. Сады сами он фэна будет там еще чего тарезда. Будет того, что вот он там еще стоит, он тогда видит. Тилиши, у кого-то все были, да? Значит, я хочу обгнуться. Он тогда весь процесс не утвердил, так он на оперет чайера, Еле буде укете се, сигурно не мабо, че еле буде, аз харезе би минус еле помазу и сахар. Там процес, сам се парува, да обите утели на мугур пеба. Поем да ще ходе, че е сегния, кака бъде да улакови, храмо и скамо. Значи, какво да пе утели, джам тели, да, мога да ищам, там ищи се. Мы имеем такой немалый объем информации о «Динамо». Большая часть, конечно же, это информация ну, как бы из того чемпионата. Я понимаю, что произошли изменения в тренерском штабе, и ряд футболистов покинули команду, но у нас есть и информация уже по, скажем так, «Динамо» Тбилиси образца вот последних, буквально последнего месяца. И я скажу, что мне нравится игра «Динамо» Тбилиси. Мне нравится тот стиль, который прививает главный тренер. Я думаю, вот насчет предположений, вот я одно могу сказать, что почти уверен в том, что завтра будет для зрителей интересный футбол. Вот это то, что бы хотелось сказать. Потому что вот так представляю себе, как действует «Динамо», как играем мы, то я думаю, что на поле будет достаточно серьезный и интересный футбол. Динамос შესახებ ინფორმაცია შესაძლებელი იყოს რომ წინა ჩემპიონატის დროს მომხდარი თამაშებიდან გვაქვს, მაგრამ მე მაქვს ასევე ინფორმაცია უკვე დინამოს ახალ შემადგენლობის შესახებ, ვიცი რომ შემადგენლობა შეცვლილია და შემიძლია ვთქვა რომ აი პოლო ერთი თვის დინამოს თამაშიც ვიცით და დაახლოებით როგორია. ერთადერთი იმის თქვა შემიძლია რომ ხვალ მაყურებელი ნახავს საინტერესო თამაშს, რადგან ვიცი როგორ თამაშობს დინამო და ვიცი როგორ თამაშობს კაბალა და ეს იქნება საკმაოდ საინტერესო თამაში მაყურებლისთვის.